Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Перспективи розвиття холдингу «Гомсельмаш», реконструкція обласної дитячої больниці і соціально-економічне розвиття регіона. Президент Білорусі Олександр Лукашенко наведав Гомельську область. Развитие международных связей, потенциальные деловые партнеры из Узбекистана приняли удел в работе контактно-кооперационной биржи в Гомеле. Святая Гомельской земли. У областном центре прошли урочистости, присвященные 100-годию с дня народжения преподобной Манефы Гомельской. А зараз об этом иншим больше подробно. Держава не мае намеру продавать контрольный пакет акций «Гомсельмаша». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил подчас размовы с работниками холдингу. Керавник державы здесь рабочую поездку в Гомельскую область. А кроме завода «Гомсельмаш», президент наведал обновленную детячую больницу, ознакомился с организацией работы в установе и ее материально-техничной базой. Анастасия Кучинская протягнет. Старт реконструкции детячей областной клинической больницы у 2016 году дало распоряжение президента. Будовля стала агульнореспубликанской. Великие бюджетные дотации, спонсорская допомога и ахвирование. У будовництве принял удел практически каждый белорус. У вынику побудовали палац. Миновито так Александр Лукашенко выказал все проубашенное. Медицинская допомога маленьким пациентам за всей Гомельской области теперь вышла на новый уровень. Тут все по обошнем слове техники. Два новые семиэтажные корпусы дозволили створить отделение, яких ранее не было, а иснующие поширить практически у два раза. Знахождение пациентов стало куды больше комфортней. Я первый раз в такую больницу попала. Очень, как бы, атмосфера очень хорошая. Люди очень отзывчивые, такие добрые, врачи очень... Больница, конечно, на высшем уровне. Комфорт, конечно, важен, але главный плюс побудованного медицинского центра у тем, что у Гомеля нарешті у одном месте удалось собрать дитячих врачов у всех медицинских направлений. Хирурги, травматологи, реаниматологи, педиатры разного направления, педиатры, они все здесь. И это очень важно, потому что когда возникала необходимость их консультации, ребенка приходилось возить или привозить консультантов. Сейчас мы все здесь, на этой базе. Убаченным у больницы президент застался задоволенный. А вось на Гомсельмаше риторика была уже иншая. У размове с коллективом завода президент отзначая, ближайшие 2-3 года будут складанными. Это связано у тем лику с недобросумленной конкуренцией и невыкананием обязательств у рамках Евразийского экономичного союза сбоку России. Мы зажаты с Запада разными лекционными классами и так далее, не холдингами. И мы зажаты, к сожалению, с Востока, нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Вы это знаете. Они «Россельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в рамках Евразийского экономического союза. Это неправильно, это несправедливо, и эту проблему мы, конечно же, будем... Мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительства и даже президентов. Президент отзначил, что будут прикладаться намагания для створения ровных конкурентных умов. От гомсельмашевцев потребуется у первую чергу попрацовать над якостью продукции. Так само президент доручил запустить Украине масштабную программу по обновлению и модернизации старой техники. И это тычется не только гомсельмаша, але и МАЗа, МТЗ. Приведение у парадок старой техники могло бы стать полновартостным, додатковым накерунком работы, якая была бы запотребована не только в Беларуси, але и у Сумерии. Краинах. Отслужил в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, в сельхозкооперативе у фермера комбайн 8-10 лет, изношен, он его под забор, покупает новый. Надо не под забор, надо, пока он на ходу, изношенный комбайн, его сюда. Это будет дешевле для крестьянина, а для вас новый объем работы. Если это позволит сохранить трудовой коллектив здесь, для меня благо.
То, что это будет выгодно крестьянам и государству, это тоже благо. Сельмашевцы почули из устного президента и, мабуть, головные для себе слова. По-перше, держава подтримливает модернизацию, якую я не хочу сделать. А по-другое, не отмовиться от контрольного пакета акций предприемства. Предприятие – это государственное, и контроль должен остаться государственным. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод, Россельмаш давно предлагают, давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. А все остальное ценное будет и конструкторские разработки, и научно-технические, все там, в Ростове. А мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно. Должны быть партнерские отношения. После разговора с президентом работники завода своими уражениями поделились с журналистами. В принципе, все хорошо. Нас оценил, но попросил, чтобы мы более качественно работали. И мы будем стараться выполнять свою работу более качественно, для того, чтобы оправдать его надежды. И предприятие наше продолжало работать долгие годы. Мне приятно было слышать о том, что он сегодня похвалил наш суперкомбайн. Мы тоже им гордимся. Мне приятно было слышать о том, что мы хорошо сработали по импорту. Замещению, потому что я ведущий инженер-технолог по импортозамещению. Прозвучало напрямую, открыто, что контрольный пакет государства никому не собирается передавать, что хочет кто-то войти в долю к нам, ну, пожалуйста, пусть входит и помогает нам, и мы им поможем своей техникой. Это коллектив успокоит, и я думаю, разговоры после этого разговора они полностью все прекратятся. Еще на передодні визиту у Гомель президент отзначил, что эта поездка будет, так сказать, контрольной. Керовник державы проверить, как выполняются его доручения. Это и якость реконструкции больницы, и выник распрацовки нового суперкомбайна. Экзамен керовника державы Гомель вытримал, але напереди еще шмат работы. Настасья Кучинская, Валерий Хапанько, телерадиокомпания Гомель. Сегодня православные верники отзначают День памяти преподобной Манефы Гомельской. С дня нарождения святой сёлета исполнилось 100 годов. Будучая праподобная Манефа Марія Скопічева народилася под Гомелем у вёсцы Сіўрукі у 1918 годзе. З дзяцінства, пакутуючы ад церебрального паралічу, яна не могла хадзіць. Аднак несла свой жыццёвы крыж с пакорай і любовью да Господа. У 17 гадоў дзяўчына поступила у лік сестёр Чонкаўскага жаночага монастыра. Падчас войны схімніца прадказвала лёс солдат, а пасля закрыцця монастыра матушка пачала прымаць шматлікіх наведвальнікаў у роднай вёсцы Сіўрукі. У эпоху паўсюднага атеізму сваім дарам яна набліжала людзей да праваслаўнай веры, ацаляла хваробы як душэўныя, так і фізічныя. Памерла падвіжніца ў 1984 годзе. Её духовная чада, манахиня Феодосія, которая много о ней рассказывала, которая ходила пеша из Перероста в Сіўрукі к ней, хотя бы раз у месяц, но посещала её, говорила, что вот как пойдёшь побольше матушки, как она наставить по жизни, говорит, ну, месяц летаешь на крыльях, а к ней шли не одна, не два человека, а шли сотни тысячи. И в то время гонений как раз вот этот человек давал духовную силу нашему народу. 11 жніўня 2006 года святые мощи Манефы были знойдены нятленными, и по сегодняшний день они находятся у Свято-Петропавловским соборы Гомеля. Праз год ее имя было канонизовано. Напередодні свята дорогу до храма упрыгожили 100-метровым кветковым диваном. Узор начинается с образа орла, символу мудрости и силы. Сотни паломников и святаров, сярод яких были и сучасники матушки Манефы, собрались у Гомеля, каб ушановать гомельскую святую. Я думаю, что многие, наверное, еще сегодня помнят ее. Молитвенно будем обращаться к ней и просить, чтобы она, которая жила на этой благословенной земле и стяжала благодать Святого Духа, чтобы она помогала и всем нам на нашем жизненном пути, вдохновляла всех нас на дела добра, любви, милосердия, как она всегда призывала. По воле лёсу свой монаский подвиг Манефа несла не у монастыры, а сярод звычайных, не у церковленных людей. Парады монахини были простыми и действенными. Открыть свое сердце для молитвы, покаяния и милосердности. Праз яе хворым подавалася здоровье, бедным сутяшение, а тым, кто сумуе, радость. Дякуючи яе молитвам, многие вернулись на шлях выратавання. Незвычайная сила веры Манефы до гэтага часу притягивая до яе людей из разных кутков православного света. Матушку мы чтим, помним, просим ее святых молитв, там уже у престола Божия
за нашу Гомельскую землю. Иерархия с ее мощами, матушки Манефы, находится в Петропавловском соборе. В открытом доступе всегда можно прийти, помолиться, попросить утешения, исцеления. Ну и благодарить, конечно, Бога не забывать о том, что происходит в нашей жизни такие замечательные чудеса, как мы живы, здоровы, веселы, радостны, и все у нас будет хорошо с помощью Божьей. Ганна Каральчук, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель». Тем часом у Гомельской области появился первый молодежный экипаж «Тысячник». Рекордсменами стали молодые люди, которые работают у КСУП «Фрунзе Агро» Речицкого района. При этом у соседней господарцы работает и молодый водитель, который первым преодолел отзнаку у 2000 тонн перевезенного збожжа. На ушановании героев жнива побывала наш корреспондент Ганна Каральчук. 22-годовый комбайнер Тимофей Кротов и его 23-годовый помощник Сергей Кечка у тандеме работают у першиню, але сябруют с дзяцінства. Хлопцы разом ходили у школу, потом учились у Будакашелевском аграрно-техничном колледже. Зараз отримують высшую адукацию на заводском отделении Белорусского державного аграрно-техничного университета. Для Сергея сегодня уборочная первая у працовной биографии, а для Тимофея 8-я. Еще подлеткам он помогал батьку, а сёлета сам стал головным комбайнером и у помощники взял надейного сябра. На первые дни жнива хлопцы поставили перед собой мету – обовязково намолотить не меньше за 1000 тонн збожжа. Их выник на сегодня 1200 тонн, собранных на айчинном КЗС 12-18. Есть такой, это, когда ну, ты как-то едете, набирается, такой азарт есть какой-то, ну, когда ну, все это так, видишь, как оно урожай набирается, поступаешь, как-то, как-то интерес такой есть. Попробовать, да, так, погода нормальная, главное, чтобы работала, все не ломалась. Молодые люди принимали веншаванне от керовника предприятия и Белорусского республиканского союза молоді у поле. Передовикам уручили каштовные подарунки и пожадали новых перемог. После урочистостей хлопцы знову отправляются на палетки. Жнево у КСУП «Фрунзе Агро» рухается до финалу. Убрано 96% площадь. Щодня на полях сельгазпредприятия працюють 10 экипажей комбайнеров. З их лику 3 молодежные. У соседней господарцы КСУП «Новый шлях Агро» свой молодый рекордсмен Яуген Зянько. Он первый серед тих, хто з пальов на зерніток доставив 2000 тонн нового урожаю. У лідерах на уборочний 30-годовий Яуген не в перший раз. В 15-м году я був в лідерах, був в області второй, да, в районі був перший. І от в 17-м году я був, йшов перший в районі, але как, так як сломалась машина, я не дійшов как бы, до першого. А в області в 18-м году как бы, я в області лідер. У этой господарцы молодой человек працует уже 6 годов, 5 из них за рулем МАЗа. Признается, что быть водителем мару с детства, хотел пойти по шляху батьки. Перед жнива Яуген Зянько працует с 8 годин раницы и до 9 вечера. Щодня он отвозит каля 130 тонн собранного урожая. Это от 11 до 16 рейсов от поля до зернитоку. После ушановления и музычного подарунка водитель снова спешается на хлебную ниву. Мы всегда стоим на защите интересов молодежи, поэтому мы всегда стараемся держать ухо востро, что называется, и следить за нашей молодежью, как они работают и на селе, и в городе тоже, и стараемся как-то поощрять. Труд всегда должен быть в почете, тем более сельского хозяйства. Осенью по выниках жнива Союз молоді разом с Фондом миру узнагородят молодых комбайнеров и водителей рекордсменов грошовыми премиями. Ганна Каральчук, Василь Осипцов, телерадіокомпанія «Гомель» з Речицького району. У Гомелі приймали представников деловых колов Узбекистана. Потенциальные партнеры белорусских предприятий наведывали вытворчості и приймали удел у работе контактно-кооперационной биржи. За ходом визиту сачыў Олег Сенцероу. Спочатку деловая встреча у облаконками, потом наведывание перепрацовщика предприятия, акционерное товариство «Мелковита» на рынке уже больше 35 годов и за этот час не только освоило значный ассортимент, але и набыло опыт по вытворчести запотребованной на нижних рынках продукции. Что день на «Мелковите» перепрацовывается до 650 тонн молока. Для поравнания это больше 68 таких автоцистерн. Причем для того, как молоко было свежим, его привозят тройче на день после раничной, денной и вечерней доек. У складе делегации Узбекистана представники администрации и деловых колов двух областей – Новоиской и Андижанской – на молокоперепрацовщем предприятии размова о вырабляемом ассортименте и махчимых поставках белорусской продукции, с уликом того, что зараз «Мелковита», поставляя продукцию у Китай, Узбекистан так само может разглядаться как потенциальный партнер. Хоть больше примальный для этой краины вариант – будовництво уластного завода по белорусских технологиях и с допомогой гомельских специалистов. У нас есть вариант, есть
пустующие площади, есть пустующие фермерские хозяйства, которым мы можем вам предоставить. И на этих же площадях с помощью вашего опыта начать производство и переработки молочных продуктов. Бодай, самая значная проблема, которая может возникнуть при реализации такого проекта, относно низкие объемы молока, которое может поставляться на новую вытворчесть. По приблизных подликах, размова идея не 12 тоннах в сутки. Это в 50 раз меньше, чем перепрацовывается зараз у Гомеля. Хоть отмовляться от идеи баки пока не собираются, необходимо разглядать разные варианты. Рынок молочной продукции Узбекистана – достатково емисты, и белорусские предприятия еще могут занять на им свою нишу. А в сфере инших интересов деловых колов Узбекистана можно мерковать по списке предприятий, представники яких были запрошены на контактно-кооперационную биржу, организованную Гомельским отделением Белорусской гандлево-промысловой палаты, сельскохозяйственное машинобудование, жилевое и дорожное будовництво, нафтохимичные и харчовые вырубы. Экономичное сотрудничество с Узбекистаном может быть вельми масштабным. Покуль этой краины не уходит в лик основных внешнеэкономичных партнеров в области, але баки мают намер выправить эту ситуацию. У период с 10 до 15 вересня этого года Узбекистан наведает делегация Гомельщины, которая максимально презентует потенциал региона. И в Самарканде, и в Ташкентской области мы хотим представить потенциал Гомельской области. И поэтому хотим показать, что у нас разные сферы развиты. И, естественно, презентовать нашу область как крупную промышленную область и предложить варианты сотрудничества. Плюс мы подписываем соглашение с Самаркандской торгово-промышленной палатой. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Правовая допомога молодым специалистам от Гомельского областного объединения профсоюзов. Месячник профсоюзной правовой допомоги молодым специалистам стартовал у регионе. Третий год запар инициатива реализуется у апошний месяц лета, когда выпускники высших и средних специальных научных установ начинают працовную деятельность. Бесплатную юридичную консультацию оказывает главный правовой инспектор працы Гомельского областного объединения профсоюзов Катерина Филипцова. Питание працевладкования, льготы, гарантии, правила заключения працевного договора, установление режима дня и выходных, а так само выплат компенсации при переезде в район. Темы, по яких можно звернуться на горячую линию. Яна працуе кожный авторок с 14 до 17 годин. Номер телефона у Гомеля 329-085. А кроме того, звернуться за консультацией можно и особисто в областное объединение профсоюзов по улице Советской, 29, кабинет 511. На то, что официальное открытие горячей линии было в августе, уже в июле нам начали поступать звонки. И на сегодняшний момент уже порядка 20 молодых специалистов обратились на нашу горячую линию. Также приходят молодые специалисты и на личный прием. Некоторым мы уже оказали помощь в составлении определенных документов, так как увидели определенные нарушения. Это касается тех молодых специалистов, которые уже успели немного поработать. Установлены были ряд нарушений, таких как работа не по полученной специальности квалификации, не получение молодым специалистам доплат, положенных тарифной ставки окладу, не выплата денежной помощи. 11 707 семей у Гомельской области сёлета отримают одноразовую материальную допомогу до навучального года. Подтримка ажитявляется в рамках державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». Выплаты предугледжены для семей, которые выховывают трохи более детей. Выдаткованная на регион сумма 1 300 000 рублей. На каждого школьника выделят по 45 рублей. Под деяние программы в нашей области трапляют около 30 тысяч школьников. Для оказания единовременной материальной помощи к школе законным представителям необходимо предоставить в территориальные центры по месту регистрации следующие виды документов. Паспорта родителей, копии оригинала, свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей, удостоверение многодетной семьи, копия оригинала. В школе берутся справки о том, что их несовершеннолетний будет обучаться в 2018-2019 учебном году. И открываем счет на законного представителя, именно на маму. В настоящее время данную, значит, выплату уже получили около 1000 семей. И кроме этого, я хотел бы сказать, что малоимущие пользуются еще и другими видами помощи. Это как бы и спонсорская помощь, благотворительная помощь, проводятся разные акции. Поэтому это не только за счет средств бюджета.
У рэгіёне стартавалі дабрачынныя акцыі. Бадай самая маштабная «Збярэм партфель першакласніку». Далучыцца да яе заклікаюць прадпрыемствы і арганізацыі в області індывідуальных прадпрымальнікаў. Школьную вопратку і абутак, канцелярскія прыналежнасці збіраюць для малазабяспечаных сем'яў, дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу. Плённых выходных і да новых сустрэч у эфіры.